22 июня во всех городах России состоялась акция «Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны. В Орехово-Зуеве она прошла перед главным памятником неизвестному солдату. Ровно в 22 часа 21 июня начался митинг. Отдать дань памяти собрались горожане. Творческие коллективы подготовили мини-концерт, после чего все присутствующие зажгли свечи и возложили цветы. А вот в Люкино-Дулеве акция «Свеча памяти» прошла впервые. Возле мемориала собрались активисты молодой гвардии. Панихиду по погибшим сослужил благочинный церкви Люкино-Дулевского округа благочинный Антоний Рыжаков.